У православных сегодня Страстная Пятница, самый строгий день Великого Поста и самый скорбный всего года. Ведь, согласно евангельскому преданию, именно в этот день Иисус Христос был распят на кресте. Утром в пятницу Он был предан языческим властям, которые признали Его лжепророком и приговорили к смертной казни через распятие. В этот же день Христос совершил свой крестный ход на гору Голгофу, где и умер на кресте, искупая человеческие грехи. Не случайно именно в этот день Страстной недели пост становится особенно строгим. По церковным канонам сегодня не положено ничего есть, кроме воды и хлеба. И то после обеда, когда в храмах пройдет церемония выноса плащаницы. Она символизирует Иисуса, снятого с креста.